Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Криспи «Четыре стены». Очень рад, что Криспи дропает, потому что на данный момент я считаю его сильнейшим лириком в России. Это прям 100%. Его музыка, бля, просто ёбнутая. Последний трек, даже вот взять никаких аргументов, ёбнутая тема, психолог со мной, Deep Inside весь, бля, это просто ёбнутый чел. Я очень рад, что у нас в России есть такой. В общем, и очередной трек он дропает. Посмотрим, что он нам в этот раз приготовил. Но у меня ожидания завышены, я сразу чувствую, что это будет круто. Так, Pussy Killer. И... Благо какой-то. Роки. В общем, неважно. Конечно же, в Телеграме был опрос, как обычно. Этот трек набрал всего 10%. Бля, прям мало. Это мало для Криспи. Криспи заслуживает больше. Поэтому, если вы фанат Криспи, то заходите в Телеграм. И в следующий раз, когда Криспи дропает, рвите нахуй эту голосовалку и голосуйте за Криспи, чтобы он первым местом был. Потому что это вот один из моих любимых исполнителей сейчас. Это прям очень клевый чел. Да. 10%, бля, прям мало. Также не забывайте... на Twitch заходить, потому что мы с ребятами тут общаемся по поводу релизов, мы тут тречки слушаем, в общем, кайфуем, да. Let's go, смотрим, что нам предлагает Криспи после трека «Никаких аргументов», и я надеюсь, что он нас не разочарует, потому что, ну, у меня ожидания завышены, как минимум, да. Все, слушаем, let's go, четыре стены. Сэмпл. Охуенный парт вот этот. Пусть внутри обезгречены тупые гудки. Снова ушел, снова ушел. Потому что боюсь облажаться или навредить. Я не могу повторить эту дважды. Ссоры и крики на много этажей. Может, я реально ублюдок со стажем. Но скажи, малышка, кому это важно? Куча фобий, связанных с тобой. Пара паранойи, вдобавок паре фобий. Как мне чувствовать себя спокойно, когда я один, а в зеркале нас снова двое. Как мне находиться в хате, где я обещал тебе весь мир отдать. Ты на ладони, прошу, давай я уйду из твоей жизни. Обещаю, что не буду беспокоить. Немножко рваная структура, переходы, бля, вот мне не нравится. А так, бля, ебать разъеб. Моим одеялом, бля, ебать. Охуеть. Я нахуй расплевал сейчас весь монитор, но я охуел. Ну окей, да? Это оно. Чё думаете по треку, друзья? Бля, топ, я к себе точно добавляю. Бля, ну я вот просто, ну, не удивлен. Это вот, ну, Криспи. 7, ебать, от Магнолии. Жестко. Чё, в общий добавляем? Как будто вообще, типа, как еху делать. Правда, вот есть один только момент, который мне не очень... Какие-то немножко странные переходы. Но сами парты... Сами парты... Бля, ебать, они разъёб. И ебать, он круто вот так. У него отличная техника, у него отличное понимание бита. Своё, причём, понимание и отличная реализация своих идей. И структуры внутри самих куплетов, самих в целом партов, ёбнутые. То есть вот тут четыре просто вот так... потихонечку проезжает, души он протягивает, потом начал все сначала, зиму я замерзал, и ты была моим одеялом, летом ты была льдом, что растворялся в моем бокале. На просто вот такой дефолтный ровный бит он делает вот такую вот структуру, и вы понимаете, да, в чем отличие Криспи от других, менее, допустим, феймовых лириков, да, вот просто можно тут восьмерку ебаную душную записать и все, блядь, сработает, да, нет, он сделал охуенно. Он взял, ебал вот это, причем с протягом, и потом вот так поплыл просто. И в куплете та же хуйня, ебать, это просто разъеб. Че, мы добавляем в общий? Все как бы от вас зависит. Я 100% готов добавить в общий. Прям вот что вы скажете, то и будет. Бля, прям разъеб. Не знаю, я охуел. Еще раз трек послушаем, может быть.
В чате, я понял, в чате людям не до этого. Ну давай добавим, давай добавим. Кайф-трек, очень кайф-трек. И сэмпл пиздатый еще. Спасибо, да. Но как по мне, никаких аргументов посильнее. Там прям вообще прям харизма была жесткая. У Крисп еще и харизма охуенная. Бля, вот он просто, просто ну, бог лирики сейчас. Вот, ну, вот правда. Не знаю, прям я так круто... Я такой крутой лирики проработанной давно не слушал. Разъеб. Спасибо большое. Ждем новых релизов, и лично я хочу альбом услышать в праймовом Криспи. Сейчас я считаю, что Криспи находится в прайме. Я думаю, что раньше такого жесткого просто не было. И я думаю, что вот следующий альбом должен быть просто вот его прорывным в творчестве. Я очень жду. И надеюсь, что он будет. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанок Мюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.